Приветствую всех любителей МК Мобайл, вы на канале Apple Let's Play, с вами его ведущий Абдрахман. Сегодня в этом ролике мы обсудим, какой же челлендж устроили разработчики МК Мобайл. И когда же будет охота за классическим рептилием в 2023 году. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. The Oppo MK Shop – самый лучший сервис по услугам MK Mobile. Теперь у них в наличии быстрый фарм-душ для Android и iOS. И не только. Фарм наград из разных башен, которые действуют сейчас в игре. Цены ниже, чем у конкурентов, реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка будет в описании. Давайте сначала поподробнее, какой же челлендж устроили разработчики МК Мобайл. У себя в официальном странице постили такой пост. Присоединитесь к игрокам, чтобы принять участие в новом испытании «Классический смог». Выполните определенные задачи в обычном режиме, чтобы заработать души, и достигните 300 тысяч побед. Чтобы получить классический набор ниндзя в качестве главного приза, готовы ли вы принять вызов Mortal Kombat Mobile? То есть разработчики МК Mobile хотят, чтобы мы прошли испытание на классического смоука и одержали там 300 тысяч побед именно в обычном режиме. И в качестве главного приза мы будем получать через почту набор классический ниндзя. Но насколько я помню, у нас в игре два разных наборов классический ниндзя, где можно достать Эрмака, Скорпиона, Саб-Зиро и Рептилию. И еще один Смоук, Скорпион, Саб-Зиро и Рептилия. В общем, два разных Эрмак и так далее. Ну, я думаю, что они сделают один набор, или вообще не будет набора, а через там принятие любой рандомный классический персонаж. Но тем не менее, там не будет классического Рейна, ребят. А да, еще забыл нуба Сайбота. Классический нуб Сайбот, Эрмак, Скорпион, Саб-Зиро и Смоук. И Рептилия, 6 персонажей. Но Рейна там нету точно. Мы с челленджем разобрались. Теперь, когда же будет точная дата охота за классическим рептилием? Надежный источник мне сообщил, что 13 января у нас начнется охота за рептилием и завершится 20 января 2023 году. А сколько же глазиков нужно будет, чтобы достать определенное слияние, я оставлю в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел ролик до конца, поддержал лайком и комментарием. Всем желаю мира и добра. Всем до скорых встреч.